Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Лурдс, Боря и Скарим, и мы, в общем-то, продолжаем наше приключение. И на самом деле галопом сейчас по Европам мы бежим за этим чуваком, потому что он, по-моему, даже сейчас передвигается. Пока звездило в конце предыдущей серии, он, по-моему, уже продвинулся на юг. В общем, сейчас бежим за ним. Где моя конина? Может, на ней поехать? Ладно, черт с ней. Дойдем до него так. Можно, конечно, спринт включить. Но я не буду этого делать, потому что после спринта игра почему-то, я заметила, улетает активнее. Или вообще во время него. Может быть, знаете, когда ты спринтуешь, игра не успевает догружаться как-то. Текстура не успевает загрузиться. Не поспевают с твоей скоростью, да и вообще. Ну и опять же. Что? Не показалось. Спрямила вот это, вот видите, вот где моя голова сейчас, это крыло драконье. Это мой, боже мой. Поэтому пойдем на храпом. Квирять через лесок, туманно, страшно, ощущаешь. Он, кстати, двигается, насколько хорошо. Нехило так двигается, на самом деле. Но мы все равно двигаемся быстрее, потому что мы бегом, а он, скорее всего, шагом. О, видите, видели на карте прям. Вон, двигается, смотрите. На компас, на этот. На радар, как его обозвать-то еще? Это что такое? Утро, по-моему, наступает, да? Чё-то нифига не утро, наоборот, вечер. Странное ощущение, как будто бы утро. Хотя, с другой стороны, цикады поют. Хотя они вроде и по утрам поют. Хотя, правильно будет сказать, сверчки. О, он остановился. Присел в кусты. Так, он же близко, кстати говоря. Так, я не очень понимаю, где. Он как бы тут. Вот он. Нет, это не он. Подожди, не может быть. Нет, не он. Медведь, я слышу тебя. Не надо. Где это? Чё? Ага, вот. Нет, подожди, это волк. Или это лошадь? Нет, это что-то, короче. Что-то, что к нам не имеет никакого отношения. Я хочу выяснить стрелой. Красивый павс. Вон он, урод. Бежит причем, смотри. А это медведь, да? Я не вижу. Отсюда непонятно. Аня. Подожди, куда он убегает? Нужно... Тихо, Миша. Меня тут нет. Привет, мужик. Смотри, как кто тут. Я знаю. Думал, убежишь? И последний удар, если ты не догоришь. Ты догорел, печаль. Что у тебя было? Золотишко. Что-то подворовал, видимо, по пути, да? Как он драпал, как он драпал. Все равно помер. Хорошо, у нас есть что? Господи, оставь медведя в покое. Он плавает. Так. У нас что-нибудь поблизости есть? Нет. Но мы можем, в принципе, два этрана дойти пешком. И гребем заодно по пути. Весело будет. Я, короче, пошла. Догоняйте. Надо только переправу как-то на запад найти. Ух, лунище. Зашибисечка. У меня, кстати, броня-то на мне еще лежит хорошо. Водопадик. Я двигаюсь на юг. Почему? Потому что я поднимаюсь. Севен, не тупи. Сейчас мы поднимемся, свернем на запад. На запад свернем, может быть, если выживем. Так, немножечко залагала магия. Так, я не подбираю больше цветы. Хватит. Ну, ёшкин свет, ну. А, это камень. Это камень? А, это вообще дерево. Мне показалось, это опять медведь. Я уже думаю, ёбер. Ёберный театр, думаю. Так, а тут-то кто-нибудь...
Как же тут будет кто-нибудь? Я здесь 200 лет не была. Вон их сколько. На-на-на-на. Я чувствую. Я его не вижу. Он зашел внутрь, что ли? Обезьяна. А, не, вон он. Не поворачивайся только. Молодец. Меня не видят, меня не слышат. Черт. Стоять, животное. Ты поговори мне тут. Ух ты. А, это этот был успех. Он меня отфутболило. Думаю, как вообще? Нет же такого эффекта. Так, тихо, уважаемые. Вообще, как в меня попадет стрела, я умерла. Это вот этот, да, стреляет дальний? Ага, придурок. Ладно. Не долетела, жаль. Я его сверху. Нет, я его отсюда прям встречу. Ой, попала. Попала. Маневрируем. Главное, чтобы сзади сейчас никто не подошел. Потому что сверху еще этот урод стреляет. Лучник. Я прям слышу, как стрелы свистят около моей головы. И не только головы. Еще вон справа что-то там происходит. Горит один упырь. Еще не пришел. Ой, если сейчас в меня кто-нибудь попадет, хотя бы один раз, я все. Нет, я не все, но и мне уже плохо. Я пошла отсюда. Этот придурок застрял. Начинать пора уже реально пользоваться своими же зельями, которые я делаю. Потому что я их делаю, ношу, они занимают 200 тысяч килограмм. И толку. Зачем их варить, если я ими не пользуюсь? Ух, как это было. Нет, не падай! Жив, цел, орел, хорошо. Я уж прямо перепугался, он срухнул. Упал, короче, он. Срухнул. Да я чуть не срухнула, когда увидела, что он упал. О, главарь сам прибежал, смотри, как классно. Слушай, ты опять агришь этого самого, ты понимаешь? Это... Ты не... Ой, не надо только улетать туда, где ты? Где ты? Где твой труп хладный? Где? Куда она улетела? Это же был главарь, у нее баблище наверняка было, да хренище. Ну, вот, она, по-моему, в воду куда-то упала, да? И куда ее смыло? Куда-то направо, получается. Ну-ка. Где она? Где этот проклятый труп? Не, наверное, все-таки... Она где-то тут в траве валяется. Где только? Надо утра дождаться, потому что я хочу обшмарать ее тело. А, подожди. Что это? Это другая. Мне нужна та. Кто в кого? Это эти опять. Эй, неплохо стреляет, однако. Стоит там, смотрите. В жопе мира и стреляет. Посмотри на него, гад какой. Умер. Так, нужно дождаться утра. Кто меня опять кусает? Господи, стоит серию начать. У них тут есть кроватка там или еще что-нибудь? Интересно, почему у них тут детские вещи, да? Так, если задуматься. Какой причине? Вау! Быстро наверх. А, падаю. Я хочу сохраниться. О май гад, был. Шикарно. I'm on the top of the world.
Офигенно. Давайте вот так вот. Прикольно. Господи, мелочи жизни, казалось бы, да? Но офигеть. Я понимаю, что ты всю ночь не спал. Сейчас пойдем, дай такой насладиться рассветом. Я хочу прям встретить солнышко. Оно как раз вот сейчас на востоке тут вылезет. Хотя мы, наверное, долго будем ждать. Но я рискну. Потому что теоретически оно как бы уже чуть-чуть высунулось. Я просто не знаю. 37 минут. Ну, я думаю, 2 минутки. Давайте подождем. Я прям хочу встретить первые лучи в этом графонии. Вы там пока можете чайку попить. Вон, смотрите, уже светлеет. Я тут тоже хлебанул. Чуть-чуть. Давай, солнышко, порадуй нас. Ламповое прохождение. Встречаем рассвет. Ничего не знаю. Ну чё, солнышко-то где, ну? Давай. Вау. Да подожди, дай свет встретить. Нового дня. О, чё-то уже вон высовывается, смотрите, видите? Ну-ка, сколько там время? Мне кажется, в 7, может быть, первые лучи появятся. Ну или около того. Давай, солнце, выходи! Слушай, Талос, иди поищи труп, а? Где она? Куда она упала? Сюда я ее, кстати, тоже не вижу. Солнца пока нет? Или вон она, около камней, да? Или это что это? Вот прям по центру экрана. Вот такой овальный камешек. И южнее от него что-то лежит. Ну давай, солнышко, ну. Солнышко. Сколько время? Блин, офигеть. Солнце, ну ты чё? Ну давай. Просто оттуда будет хуже видно. Здесь прям такой будет эпик кадр. Я так думаю. Это что это, кстати, там за здание такое? Это Вайтран? Да, скорее всего. Офигеть. Солнце, ты меня бесишь, да? Давай вставай уже, ну. Я хочу прям зацепить этот священный момент. Сколько там времени? Вообще это должно... Может быть нормально. Неужели горы такие высокие? Солнце, давай. Давай. Видимо, должно все вот синее красить. Я знаю, вам, наверное, немножко подбешивает. Потому что я тут так долго стою, но я прям реально хочу посмотреть, как тут первые лучи будут выглядеть в этом ИНБ. Это во-первых. А во-вторых, если вы все еще смотрите и ужасаетесь. А, блин, что она не идет никуда. Ребята, есть перемотка на видео. Вот вообще рекомендую. Офигенная вещь. Пользуйтесь. Я разрешаю. Ну давай, солнышко. Ну давайте, чуть осталось-то. Ну сколько времени? Я черт, уже час жду. Надо было реально до 7 ждать. Ну кто же знал-то? Ух ты. Туман. Вау. Туманчик. Где труп, кстати? Ой, японский бог, что-то я газанул. Нет, это бандитка. А, вон, по-моему, вторая лежит. Нет, или это? Не, мне кажется. Солнце. Короче, я психую. Вон оно откуда должно было появиться. Не совсем... Вау. Мне все-таки, наверное, было бы круче, если бы мы прям дождались, но я не выдержала. Мне уже очень хотелось посмотреть. Ащ, боже мой. Все, посмотрели, скрин сделали, пошли. Обоссаться просто. Посмотрите на это, господи. Боже мой. Так, спрыгивать, наверное, будет самоубийством, поэтому спустимся. Где она все-таки? Вот я видела вот эту, это просто бандитка. А где главариха? Все-таки. Куда? В какие кусты ее откинула?
Непонятно, чувствую мы ее и не... Уа-а-а-а-щ! Божищ, можищ, ощ, ощ, ощ. Простите меня, пожалуйста, но я не могу не сделать этого. О, господи! Мне кажется, знаете, мне стоит как бы прекращать серии и идти за кадром, делать скриншоты. Знаете, пропускать несколько суток, дожидаться хорошего кадра, боже мой. Посмотрите на это, господи. Не, игра света тут, конечно, просто божественная. Я не знаю просто, как это описать. Даже этот самый Ultimate Lighting Overhaul таких эффектов охрененных не делал. Я, кстати, не проверяла, можно ли их вместе совместить, но вроде как нет, потому что ядро заменяется, а это получается немножко не то. О, май гадабл. Кстати, вот туда вниз спустим. О, давайте так... Подожди, мы куда шли? Мы шли на запад, черт. Фак, а покиньте туда спуститься и вот оттуда щелкнуть. Что не сделаешь ради кадра, но не в этот раз, я думаю. Нам нужно найти White Run. А пошло оно все к черту. Подожди, я хочу оттуда. А хотя не солнце уже пропадает, твоя дивизия уже пропадает солнце. Ну как пропадает? Оно уходит наверх и получается не тот эффект, я знаю, я не включила меню. Сейчас включу, все нормально, все под контролем. Надо только выползти отсюда. Эх, ну ладно. Надо высморкаться. Судя по свисту. Эх, чудесное утро. Для того, чтобы кто-то умер. Главное, не я. Мы, кстати, вторую башню не осмотрели. И вот это мы, кстати, не открыли. Жалко, этот самый вид замка не поменялся. Ну, то есть на него не распространяется вот это вот. Зачем я беру слабое зелье лечения? На него не распространяется вот эта мягкость. Цветов-то, тонов. Потому что он как-то так инородно выглядит. Так, ну что, ладно. Ваша баба пропала. С нее я лута не взяла. У нее, наверное, много денег было. Ну или хотя бы монет 300 точно было. Печаль вообще. Кстати, а где этот, которого... Наплевать. Где этот, которого отбросила? Куда его, главное, отбросила? Я уже не помню. Или это он и был только что? Да, наверное. Вижу. Где мое кольцо? Не туда, не туда, не туда. Деваем. Подожди. Видишь, что я тут делаю? Это важный... Нет, яд я не хочу. Как-то странно получается. Я не хочу. Концентрированный яд отнимает 22 единицы магии. Нормально вообще? Ничего, так, нафига чем? Ох, хорошо. Для продажи-то. Так. 70, отлично. В шине магии. Да ладно, на продажу тоже пойдет. Не то, чтобы прям очень дорогое зелье было, но... Ой. А, не, нормально. Но тем не менее. О, это что такое? Нет, подождите, мне понравилось вот яд. Вот тот очень интересный. Цена особенно. Правда, я понимаю, что как бы это все продается в два раза дешевле. Потому что у меня торговля не вкачана, ни хрена. Но с другой стороны, господи, когда у нас здесь были проблемы вообще с деньгами? В принципе, ну... Не считаю с самого начала игры, и то там можно навариться. Если очень постараться. Сапоги старые, вонючие, фу.
Портянки тут кто-то раскидывает. Так, это зачаруем. Это пускай будет. Могли, кстати, тут поспать. С другой стороны, в этом гадюшнике, господи, здесь только клопов найдешь. Клоповник, вот иначе не скажешь. Нет, что тут? Ну, что какой дозорный вышка. Фиский лук стащить. Сколько стоит? Возьмем. Так, все, спускаемся. Только нормальным способом. Относительно. Так, хорошо, все. Идемте на запад. Т-т-т-т. Полулошадь, полушлюз. Неважно, не обращаем внимания. Кто понял, ставьте лайк. Второй. От второго аккаунта. Делайте второй аккаунт, ставьте лайк. Так кто? Лося? Почему я их хочу всегда лосей лосями, точнее, назвать? Я же говорила, я не буду брать траву. Лурц, что ты делаешь? В общем, они реально похожи больше на лосей, чем на оленей. С другой стороны, олени бывают разные. Такие тоже бывают. Не, вот эти на оленей реально похожи. Ну, просто были какие-то такие олени, которые больше на лосей походили. Т-т-т-т. Полулошадь, полушлюз. Что-то меня заело. Полдня уже хожу. Наяриваю. Если кто-то не понимает, о чем я вообще толкую, вбейте в этом ВКонтакте Иван Абрамов, кажется. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Меня вштырило в свое время вообще по-страшному. Опа-па, я так и знала. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Упоротая песня. Чувачелла. Ты киде. Чуть не стоило. Бью тебя, смотри, стоило. Некромант мастер, охренеть. Лучника вызвал, паразит. Не попадешь в меня. Пошел он. Это шо сейчас было вообще такое? Ты смеешь биться с Альтмером? Точнее, ты даже не бьешься, это вообще чё? Неплохо. Молнию его надо. Я пала, крапка. Пола лошадь, пола. Ладно. Я пытаюсь, чтобы меня отпустило, но плохо получается. Не хватает, прикинь. Полукровка. Так, ладно. Мы как раз наделали себе зелий. Лови, мужик. Лови, наслаждайся. Давай. Сквол ставил. Красиво полетел. Он упал прям как Арагорн. Если вы понимаете, о чем я. Черный камень душ. Спасибо тебе, мужик. Мне их так не хватало. Серьезно. Прям очень сильно. Это одна из причин, по которой я хочу все-таки добраться до Звезды Азура. Но я просто помню тот квест. Я помню, в чем его особе. О боже, как красиво. В чем его особенности. Что там очень больно, короче. А уж на мастере так наверняка. Здесь, кстати, ничего не было. А здесь же ничего не было. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Ты полукровка. Полулошадь, полушлюз. Ой. Пу. Звук запоздал, ну да ладно. На-на-на-най-на. Что? А, гигантский паук. Он подходит ко мне. Мне это не нравится. Он уворачивается от моих стрел. Это вообще плохо. Не подходи ко мне. Товарищ крыса. Я полукровка.
Блин, они жуткие, я просто не могу. Как вообще они могут быть такими жуткими? Ла-ла-ла-ла. Почему он вообще тут? Стоял такой на дороге, да? Задом к народу. Что за нафиг? Что происходит? Такой высококачественный фон. Ну, что поделать. О, кстати, мы же ни разу не были в этой пещере. Почему? Она же только рядом к Вайтрану. А это не шахта там? Нет, никакая? Вроде нет, шахты другой иконкой отображаются. Это пещера, как и многие другие квесты, но я не помню, что в ней. То есть, какой квест вообще что-то. Может быть, что-то от соратников. Здравствуйте. До свидания. Все, что ли, один? У вас одна штука была? Да-да-да. Я полукров. А, что-то я припоминаю. Где, господи? А, Рудольф, твои выходки мне надоели. Мой дядя, конечно, коллега... А, точно, это эта пещера. Но раз я его поставила на стражу, ты будешь его уважать. Хватит этих тайных вылазок. Хватит соваться в книгу, его книгу, и вбивать в стул гвозди. Еще одна такая шуточка, и посмотрим, как тебе понравится денек в запертой клетке, Хайвер. Да, помню такое дело. Там внутри бандиты, а на этом самом в качестве дозорного сидит слепой. Это вообще уникальное, конечно, явление. Но мы туда сходим. Ой, господи. Мне кажется. Ну чё, пойдем. Можно, кстати, промолчать. Можно либо ответить ему, либо вот так сделать. Эй, ну, это плохая идея была. Ладно, старик. Это офигело, что ли? Хамка. По-моему, если просто ему сказать, кстати, Рудольф... Типа, да, да, это я. Он такой, а, ну ладно. Я полукровка. Нифига не вижу. То есть я вижу, но не очень. Трое, как минимум. Я полукровка. А, колдовство же у меня не вкачано. На две руки, в смысле. Лови! Душа даже схвачена, отлично. Черт, как тебе, Боря, ты стоишь прямо сзади меня, ты мне мешаешь очень сильно. Замечательно. Мы сегодня в ударе. Господи, теперь, когда смотрю на меховой шлем, мне сразу в мозгу щелкает то, что... После Divinity Original Sin, то что, опа, были бы рога, я бы зачаровала их с помощью, тихо, пыли пикси и зававахала себе бы шлем с рогами. Мозг уже все ушел. Хотя я уже довольно давно, точнее не я, а мы с Ирой довольно давно не запускали. Потому что у нее там свои дела. Но вы все равно смотрите, потому что мы записали за... 3 дня или 4, 40 серий, нам вообще зашибись. Задротки. Хорошо, кто-нибудь еще? Да, наверняка будет кто-нибудь еще. Зелья лыцаря.
Я же забыла кольцо поменять. Твою дивизию. Я-то думаю, что так плохо? Что так магия быстро заканчивается? Хотя нет. Хотя мне тоже показалось, что магия. Вот оно. Самовнушение. Кольцо-то мне как раз-таки... Хотя нет. Оно, да. Да, оно у меня снималось. Правда, это сопротивление электричеству. Как раз таки. Не, классно пещера выглядит, да? То есть такое теплое, мистическое освещение. Думаешь, у нас получится? Конечно, нет. Конечно, нет, говорит. Собак, но голодавшего волка нет. А не... Да уж. Хорошо, если он нам глотки не вырвет. Вырвет. Вангу. Вообще, они его вроде должны были то ли выпустить, то ли еще что-то. Ну, или я его как-то могла выпустить, или что-то такое. Не успела, жаль. Ник... Кого? Чуха? Ух ты, как-то... А, у меня пропало просто. Нет! Что такое? Не стери. Я полукровка. Ну не дебил ли? Ладно, я ему попала в спину. Я на твоей стороне. Так не стой тогда у меня на пути. Хоронить ты не будешь, это требует времени. А у нас его нет. Буду я еще время тратить на этих уродцев смердячих. Зачем я взяла вино? Я полукровка, полулошадь, полушлюз. Волк нападет, но мы его вскроем. Вскроем! Ну, вы поняли. А, здравствуй, волчик. Вот и смерть твоя пришла. Его каким-то образом... Мы, по-моему, в этой пещере были за Кузю, и мы как-то так делали. Либо оно само происходило. Я не помню. Что-то, короче, вроде случалось, если я ни с чем сейчас не путаю. И вроде как этот волк на них нападал. Либо какая-то очень похожая пещера была. Да блин. Короче, не важно. Я полукровка. Чё-то заело меня. Я полукровка. Зачем я заглядываю в шкаф, на котором нарисовано пусто? Ух ты, куда это мы сейчас видим? Белая река. Блин, какие они мерзкие, посмотрите на них. А-а-а-а-а-а. Ну, выглядит, конечно, как пластмассовый, но это не уменьшает его омерзительности. А, крыша. Привет, мужик. Хайвер вот этот, вот, который писал то, что Харена от дедом над моим там издеваться. За борт! Красивый кадр сейчас был. Нет, 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 стой. Дневник Хайвера. Атаки двуручным оружием продадим. Либо... Нет, стоп! Красиво лег. Либо отдадим Утгерт. Несломленный. В подарок принесем. Стоп! О, боже, еще... Блин. Что, где? Здрасте. Твою дивизию. Вот тебя еще только тут не хватало. Черт возьми, черт возьми. Тара-там, тара-там, тарари, тара-да. Тара-та-тара-да-дам, тара-да-дам-дам-дам-дам. Пора тапки надевать, чтоб не меня... Не меня. Ну да, чтоб не меня. Он пришел убивать... Парабам, 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 пам-пам. Где моя? Кстати, почему она не в избранном? А, не попала вам. Печаль. Всегда удивляла, как вот эти вот деревья вот так вот на самом краю растут.
как будто бы прямо из камня. Ну и не именно в игре, я имею в виду здешнее, а вообще в природе же такое явление тоже присутствует. Ежели чё. А уже даже попало. Сквозь текстуру он улетел. Но обещал вернуться. И где он? Он, наверное, рухнул где-то, да? Что я его не вижу. Где он? А где он? Теоретически. Он должен был где-то упасть. Теоретически. Он либо улетел, либо упал. Я проглядел этот момент. Великолепный. Так, ладно, давайте почитаем дневник Хайвера. Или как там его? Господи, вот рандом новое НПС имя я помню. Но почему-то имя Талваса я запомнить не могу. Последнее время добыча была неплохой. Наверное, это все война. Вокруг полно торговцев и трусов, которые только и думают, в какую бы щель залезть, чтобы все это переждать. Мои люди облегчают их бремя и избавляют лишнего золота. На дороге патруль повсюду, но снаружи не высунешь. Наверное, путники пожаловались ярлу. Не похоже, чтобы стражники были готовы взяться за нас всерьез, но мои люди нервничают. Я поставила Раджира в дозор вместе с Ульфром, чтобы не возмущались насчет охраны. Будь он не ладен, этот Бельгруф. Балгруф? А, ну да, Балгруф. Ярл уже бывший. Бунт среди моих людей. Поверить не могу. Слава богам, Ульфр вовремя услышал. Он, может, и слепой, но не глухой. Аннера я прирезал. Еще несколько пытались спастись бегством, но мы их быстро настигли. Сбежали только Иза и Раджир. А мы их, кстати, по-моему, встречали. Какие-то такие были чуваки. Ну и с катертью дорога. Ходят слухи о том, будто на Хелген напал дракон. Но придумывают тоже. Думаю, эти байки травят недоумки, которых война напугала до полусмерти. В любом случае, патрули вернулись в город, и нам удалось провести пару удачных набегов. У одного торговца был довольно странный груз. Гора шкуры и животных. И животные, в том числе и волк. Других зверей мои люди убили и сожрали, но волка я отстоял. Отлично будет охранник, если удастся его приручить. Ха-ха. Ну, как бы они его так и не приручили, ежели чё. Так, ты там умеешь проходить, да, чтобы спуститься. Где дракон? Куда он свалил? Ой-ой-ой, я здесь убьюсь. С другой стороны... А вот и я. А вы не ждали? Замечательно. Почему я не пользуюсь криками в обычное время? Я не знаю, я про них забываю. Замесительно. Давайте подумаем. Бесплотность можно поставить. Безжалостная сила. Не знаю. Высасывать нежизненное. Или высасывать свет одну единицу здоровья в секунду в течение 20 секунд. Ох. Единицу магии и запас сил. Ну, какая-то хрень, если честно. Замедление времени, кстати, еще хорошая вещь. Подчинение воли. Даже камни подчиняются вашему голосу. По мере увеличения его мощи станет послушным животным, люди и драконы. А до этого что подчинено? То есть даже камни, то есть когда они на меня падают, я могу на них крикнуть, они не будут на меня падать. Что? Что? Для чего эта штука? Или нужно прям реально вкачать ее, чтобы она нормально работала? Говорите, и пусть у вас голос будет вестником злого лока, ибо слабее жизненной силы противника его защита. Стремительный рывок, шепот ауры. О! Таратам, таратам, таратам. И да, мы не Девакин. А, вон он, вон! Паразит вернулся. Подлечился и вернулся. Ща я тебе. Добью. Ну-ка я сюда. Куда вообще? Алло.
Он игнорирует меня. Да как он посмел? Я только что потратила 9 душ дракона. Или сколько? 10? Я даже не обратила внимания. Вернись, чувак. Мне нужно пополнить запас. Ну, вернись. Вот чертов чешуйчатый урод. Хоть забирайся опять по этой пещере, иди и выковыривай его оттуда. Я его найду. Включаем режим охотника! Не, я его найду. Я сейчас пойду, обойду и найду. И вломлю ему. Мне кажется, он полетел в сторону Рифтена. Что такое? Ой, ёшкин свет. Спокойно. Ой, Рифтена, господи. Ривервуда. Сейчас мы его и настигнем. Ла-ла-ла-ла. Так, мне так прикалывает, как бег выглядит сбоку. Ну, где ты? Колись. Блин, красотища, не могу. Я что-то не поняла. Мы должны были идти в Рифтен, сдавать задание. Но нет, этот дракон, который меня троллит откровенно. Он все испортил. А вдруг он уже улетел, а я бегу, бегу. То есть улетел, я имею в виду, прям далеко. Ладно, черт с ним прилетит, мне кажется. Он сейчас по закону подлости. Я пойду в Айтран, и он опять тут такой вылетит. Я тут. А я ему такая, козел! Я здесь уже. Они любят так делать. Не очень любят так делать. Прикиньте, вот так пустить стрелу в далекий полет. И она попадет. О, смех-то будет. Ух, красота. Ладно. Ладно. Господи. Не ту кнопочку нажала. Уже отвыкла от всего. Тебе казалось бы, ну где ты? Он где-то там. Полудохлый. Полузажаренный. Вернее. Интересно, кстати, братья... Почему братья Бури на меня нападают? Ребят, если вы вдруг писали, а я сейчас опять задаюсь этим вопросом, не обращайте внимания, я еще ваших комментариев не видела. Потому что их еще нет в природе, потому что вы их еще не написали. Господи, офигеть. Он где-то там. Ой. Ладно. О, каджитики. Может быть, тебе попадались караваны Мадрана или Ахари? Оба подчиняются мне, и у обоих есть отличные товары. Каджит рад и тебе, и твоим монетам. Особенно монетам, да? Погляди. Шо у вас тут? Я тут что-то их давно уже не видела, если честно. Прям вообще очень давно. Куда пропали? Они, видимо, ждали окончания войны. Ну, чё бы нет. Так, а чё у тебя ещё вообще? Ну, это есть. Не-не-не-не. Зачем я оружие смотрю, я не знаю. Но, почему бы... Нет. Смешно, вот просто 30%, у меня саваги на 60. Так, у тебя есть микстура? Нету. Жаль. Ну, вот логично, конечно. Но я надеялась. Солька. Ну ладно, давайте возьмем. Из лунного сахара что-нибудь потом забалахаем. Эх, чувак. Так, что бы тебе отдать-то тогда? Может, конечно, ему... Вот это все продать. С другой стороны, я хотела это зачаровать. А хотя, с другой стороны, у меня же зачарование уже на 100, нет смысла. Поэтому давайте продавать. Деньги. Стеклянный кинжал 79, да вы чё? Охренеть, господа. Так, это я все буду зачаровывать. Типа того, но на самом деле уже нет смысла.
А, ладно, продам. Вот видите, 60. 60. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Аригатошечки. Паразит. Он летает где-то там. А я тут. Я без души, без лишней. Это прям бесит меня. Ну ладно, уж что поделать. Мы его еще найдем. Он нам еще встретится. Возможно. Даже если встретится, мы его не узнаем. Потому что он, скорее всего, уже подлечится. Они все как на одно лицо. Все как на одно лицо. Все на одно лицо, как яйца. Стоит такой денёшенек. В общем, ладненько, давайте здесь серию завершим. В следующий пойдем непосредственно вот туда, за дворку. Дойдем до... Нормально вообще. Дойдем до соратников, сдадим задание. Возьмем еще одно. Вилка же, по-моему, нас хотела излечиться, да? Все-таки не помню, к сожалению. И повторюсь, комментариев я ваших не видела, если вдруг кто-то писал об этом, хотя вряд ли. Но в любом случае, черт с ним. Все это будет в следующих сериях, и я надеюсь, что эта серия по стандарту вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, зовите друзей, вступайте обязательно в группу ВКонтакте. И до встречи в следующей серии. С вами была Seven, Лурца, Боря. Всем удачи и пока-пока.